Магаданцы смогут покататься на коньках уже в ближайшее время. Рабочие активно заливают хоккейные коробки. Специалисты завершили выравнивание ледового полотна. Кроме того, готовят ледовую площадку на городском стадионе. Ее площадь 50 на 60 метров. Откроют его в субботу в час дня. Каток уже готов в поселке Сокол. А в начале декабря можно будет прокатиться на коньках в третьем микрорайоне и возле школы номер 15. Для тех, кто предпочитает искусственный лед, продолжает свою работу ледовый дворец. Сеансы массового катания начинаются в четверг и в пятницу в 9 вечера, в субботу и воскресенье – половину второго дня в 6 и в 9 вечера. Продолжительность одного сеанса – 1 час.